Всем привет, ребята. Сейчас поедем, короче, копать на старом фундаменте. Там снесли старые дома и попадаются кирпичи с надписями старинными. Там причем разные фамилии на кирпичах. Сейчас вот я приехал за Ильей, жду его. И мы с вами отправимся на... Ну, я думаю, там старые дома стояли ни одного поколения. Приедем сейчас на месте, покажу вам все, короче, ребята, смотрите. Будет, я думаю, интересно. Вон Илья идет, ребята. О, сюда ложи куда-нибудь его. Здорово. Привет. Так, сейчас лопату возьму в машине. Ну, хорошо. Вот, ребята, дом вот этот, который сейчас будем шурфить, он стоит на самом верху города Кемии. Вот она, напорная башня. Такая вот она здоровая. Что, Серега, моешься, что ли? А? Моешься? Полоскаюсь. Работал сильно? Полоскаюсь. Понятно. Что, компромат на нас собирать, что ли? Да. Передавай Ольге привет. Вон, друзья, вот этот участочек сейчас будем пробивать с вами. Вот такой вот он. Так что, ребята, то, что найдем, само собой покажем. Да, покажем? Конечно. Вот такие вот, ребята, кирпичи попадаются тут. С
твердым знаком. Белый венец. Чем мы и приехали. Тут вот тоже кирпичок. Каких времен, ребята, подсказывайте, пишите в комментариях. Вот, ребята, уже находку Илья нашел. Где-то здесь ее, да? Да, вот тут. Угу. Выкопался. Все, заметил. Хорошая сохрана у них. Иосиф Илларионович Сталин. Понятен. 40. Какой ты, говоришь, год? 49-й. Держи. Ого, 3 копейки. Все, камеру включаем, Рэм, дальше. Давайте дом стройте. Так мы пока его выкопаете, а то мы потом построим, как вы будете копать-то. Ну, ребята, видите, одна находка есть первая. Вот, Илья, с почином тебя, держи. Ой, в коллекцию пойдет. Золото мое. Да, золото партии. Вот, ребята, попалась петличка такая. От сержантовского погона. Старший сержант. Вот мы тут роемся. Чего там нашел? А ну. 5 копеек. 5 копеек. Тоже алюминиевая бронза, наверное. 50 какой-то первый. Ну, чистить надо еще. Сейчас почистим. Похоже, ну, на 51-й вроде как. Тут на поверхности до коней совет. Ага. Вон, смотри, в экран. Видно? Угу, 51-й. 51-й год. Ну, нормальная находочка. С почином. Царей бы нам. Да, царей бы сейчас. Там у меня что-то хорошо звенит. Смотрите, ребята, тоже сигнал нормальный. Я им еще выкопал уже такую. Я вам покажу. Сейчас посмотрим, что там. Друзья, выкопал патрон. Смотрите, какой. Здесь вот лежал. Там вот. Вот патрон. Протереть. Может, видно, год будет. Такой вот патрон, то ли обломанный, то ли пистолетный маленький, может, длинный был, гильза. Ну, находочка. А мы будем прощаться. Ну, видели сами, что мы там нашли, друзья. 5 копеек и 3 копейки 51 года и какого-то 50, ну, короче, 53 или какого-то там года. Вот такие они. Поржавели, конечно, уже. 49-й год, 3 копейки. Ага. И 51-й. Так что, ребята, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока. Темнеет уже, поедем мы домой. Пока, ребята.